Всем привет! С вами Сакура, и сегодня я хочу вам показать свой небольшой заказик из офф-сайта интернет-магазина Clarins. Наконец-то я добралась до этого сайта, давно там не делала заказ, ну практически год, но пришло время, заманила меня и акция, в принципе, и я подумала наконец-то купить то, что хочу. Давно не делала заказ, и последний раз, когда я его делала, у меня была какая-то серия заказов, и там по техническим причинам произошел какой-то сбой, и я заплатила больше, чем нужно, то есть на 100 с чем-то рублей. И, собственно, мне менеджер пообещала, что при любом другом заказе, в любое другое время, мне обнулят доставку. И, собственно, наконец-то я решила сделать заказ, и да, практически через год без проблем мне обнулили доставку, то есть доставка 300 рублей, но мне она обошлась бесплатно, поэтому и выгодно делать заказ. Что же я наконец-то решила купить в 07 оттеночке? Купер карандашик для глаз. У меня очень хорошее мнение о карандашах для глаз Clarins. У меня сейчас есть коричневый карандаш, мой любимчик. И я наконец-то решила и этот купить. Давно на него смотрю, но как-то, вот знаете, руки не доходили, не было случая. Этот карандашик из рубрики «Последний шанс», он стоит всего лишь 405 рублей. Если честно, я думала, он будет немножечко потемнее. Думала, он ближе к бургунди, что-то вот такое. На самом деле, посмотрите, как он у нас яркий. Он гелевый. Такой вот. С одной стороны карандашик, с другой стороны у нас такой вот спонжик для растушевки. Ну, спонжиками я не пользуюсь, потому что я не растушевываю карандаши. Я просто люблю рисовать жирненькие стрелочки. Вот такой вот карандаш, конечно же, я сделала сфотч. Вот так вот этот карандаш выглядит. Но он такой, знаете, яркий металлик оранжевый, я бы так, да, сказала. Я думала, что он ближе будет коричнево-рыжему, но он прям такой оранжевый металлик. И этот маленький сводчик, который вы видите, я делала намного раньше. То есть я сделала его, и он пережил не одну мойку посуды. Я, в общем, пыталась его растереть. Нет, он просто как прибитый держится. Ну, собственно, как я ожидала от карандашей Clarins. Смотрите, какие красивые. Какой красивый, да? Какие красивые сводчи я сделала. И что же была за акция? В общем, при любой покупке повязка на голову. Вот в таком вот пакетике. Повязочка на голову. Может, не всех подобная акция и заманит, но мне это реально было нужно. Вот такая вот повязка. Так, она у нас синтетическая. Здесь у нас резиночка. Такой вот. Будет хорошо мыться. Хорошо, что не хлопок, потому что хлопок, я думаю, будет хуже отмываться. Clarins вот здесь вот и вот здесь. Марка, название марки. Почему мне так нужна, необходима эта вещица, девочки? Потому что, ну, в любом случае мы делаем какие-то маски, умываться, там, не знаю, даже красить лицо. У меня челка, она мне всегда мешает в этом деле, я ее закалываю. Я всегда остальные волосы закалывала резинкой. Но совсем недавно я подстриглась, буквально пару дней назад, и у меня очень короткая каре, и резинкой заколола. Теперь это все проблематично, и парикмахерской, когда я сидела, мне говорят, вот так вот, я говорю, стригите короче. Вообще, то есть, потому что у меня очень убитые волосы были, очень такие пострадавшие, и после красок, и после беременности, после утюжков феном, в общем, все на одно наложилось, и я пошла и подстриглась. Хотя мне парикмахер сказала, что не мешало бы как-то их по всей длине там простричь, но так как я не приемлю всякие там лесенки, каскады, я говорила, нет, мне просто ровное каре, что имеем, то имеем, как отрастет, потом буду просто в следующий раз подстригать, состригать, и оно еще будет состригаться, в общем, будем надеяться, что волосы не будут такими ужасными и убитыми расти. Но к чему это я говорю? То, что да, я смотрела уже какие-то, и раньше мне это надо было, когда были волосы не такие короткие. Я смотрела на каких-то сайтах, это все по типу Double D, о май гад, вот эти огромные банты непонятные лично для меня. Я в подружке смотрела там о той же Lady Pink поменьше бант, но это тоже какой-то бархатный бант. Ну, я не считаю это красивым, милым, удобным. Блин, я считаю, повязка должна в таких делах быть как меньше,
меньше выделяться, быть более такой, знаете, компактной, незаметной, чтобы я ее не ощущала. У меня большие надежды, что мне эта повязочка подойдет, поэтому с удовольствием воспользовалась акцией. И далее можно было выбрать три пробника, но, блин, на Клоарансе такие скудные пробники, это вообще какие-то, знаете, сашеточки, выбрать толком не из чего. Ну вот я выбрала вот такой вот серум 3,5 мл. Смотрите, такая вот пробирочка интересная. Она двухфазка. Серум двухфазный. Интересно. Говорят, что тут масло еще с чем. Ну, не знаю, подойдет, не подойдет, но в любом случае выбрала. Далее выбрала вот такой вот... По-русски девчонки не написано, поэтому я как-то по памяти буду говорить. Но это что-то для уменьшения пор вроде бы, для такой вот... Что-то типа того. И крем для похудения. Ну, вот одна надежда у меня на эти 8 мл последние. И все. Просто, девчонки, ну реально нечего выбрать. Вот прям вот вообще. Далее просто в корзину сразу при заказе любом падает вот такой вот набор. То есть у них акция при любом заказе. Гидра Essential. Это у нас вот такие вот штучки. Значит, это крем и сыворотка, да? Сыворотка и крем. Ну, попробуем. В любом случае, кстати, мне уход Клоранс для лица достаточно так хорошо подходит, поэтому попробую. Ну, вот это все, что хотелось вам показать, такую свою маленькую покупочку. Всем спасибо за внимание. С вами была Сакура. Всем пока-пока.